Всем привет! Сегодня мы будем смотреть ваши уровни, которые вы построили для меня. Будем проходить те, которые я не прошел. И вот этот уровень, потому что я его точно не проходил в прошлом видео. Начнем с уровня от Тадна55. Суби у него ник Садора. И это самый популярный уровень. На нем целых 12 лайков. Как видите, тут даже есть фон. В целом, я его не очень помню, этот уровень. Так что лучше его пойти в практике. Конечно, то, что потолок и земля не перекрыты, это не очень хорошо. В целом, это действительно, наверное, лучший уровень для меня построенный. Не только по лайкам. Музыка тут также классная. Правда, вы ее, скорее всего, не слышите. Почти. Я думал, тут я пройду. Да, часть в конце, она сложная. Ладно, я купил Secret Way, наверное. Но там волна просто сложная в конце. Следующий уровень от Тенткента. Я его уже прошел в практике, но еще не проходил в нормале. Вначале тут есть тайминги, дальше волна. Корабль. Сложный достаточно. Вначале тут есть тайминги. Дальше волна. Корабль достаточно сложный. Хоть и не такой уж и сложный. Робот. Шар. Тарелка. Вот самая сложная часть, наверное. Паук? А, нет, не паук. Следующий уровень — это The Grand Theft. Я его уже проходил, но не показывал в видео. Это, насколько мне известно, копия его уровня, но как это копия его уровня, а не ничего чужого, я все-таки ее пройду. The Grand Turbo от того же автора. Первая попытка. Вот так. А, нет. Так, нет. Фух, все-таки первая попытка. В конце было немного опасно. Следующий уровень, который я не проходил, это The Verand Demon. Здесь у нас четверные шипы. Как я это вообще перепрыгнул? Корабль. Все, в конце было небольшое мемори. Но в целом уровень достаточно легкий. Примерно хард 4 звезды. Уровень The Verand Scary. Уровни немного похожи, не правда ли? Но они от разных авторов, это точно известно. Монетка. Такая часть. Волна. Бум. Заберем бекон. Я этот уровень даже не проходил. И кажется, я понял почему. Он у меня просто не запускается. Заберем 2. Этот уровень, насколько я понимаю, это сложный мемори уровень. Так что мне придется его пройти в практике.
это пройти. Это оказывается не так сложно, только из-за того, что достаточно коротко. И что, это оказывается настолько просто. Суверен Амогус 2. Под эту музыку строить только Amogus Circles. Хорошая идея. Заберем кок-мок. К слову, тут разрешенная музыка. Это получается разрешенный ремикс этой музыки. Странный уровень, но мне понравилось. Заверен. Дроп. Так, это сложно. Ладно, не так уж это и сложно. Заверен. Ладно. Выглядит как какой-то экстрим демон пока что. Я говорил, что космос странный. Далее уровень Заверен Амогус. Первый. Последний уровень это Заверен Декор. Почему-то с одним дизлайком. А, я, кажется, понял, в чем дело. Этот уровень скопирован. И даже не достроен. Да, теперь увидел. Если вы также хотите построить для меня уровень, называйте уровень Заверен, и дальше что-то еще. Или The, и что-то еще дальше, через пробел.